Погнали, Эрл. Эй, босс, притормози-ка. Здорово. Эдди, мы же договорились. Раскошеливайся или получай казенного адвоката. Еще 5 штук. 10. А пересчитать? Уже пересчитал. Невиновен. Машина классная, но офис из нее никакой. Тебе больше чей офис нравится? Мой или мамин? Да, твой. Супер. Держишь? Да. Тяжелая какая стала. Растущий организм. Пока. Эй, Мик, у меня для тебя кое-что есть. Как его зовут? Луис. Луис Руле. Луис Руле? Я не виновен. Меня подставила эта девчонка. Давай потише. Мне нужно 100 тысяч авансом. Я дорогой адвокат. Думаю, для вас это не проблема. Нет. Мне везет. Мой любимый сын не может быть убийцей. Реджина Кэмпо. Ночью гуляет, днем работает в офисе. Я ухожу в отставку после окончания суда. По словам жертвы, она была одна в доме, когда подозреваемый напал на нее. Ты же не бил мисс Кэмпо левой рукой? Нет. Не угрожал Нет, ей? Нет, я здесь ни при чем. Не знаю, Мик. Этот парень здесь точно замешан. Может быть, ты забыл рассказать мне что-то очень важное? Вряд ли. По бестселлеру Майкла Коннелли. Я понял. Были и другие девушки. У всех жертв раны на правой стороне лица. Все сходится. Твоя дочь завтра идет на футбол, да? Думаешь, ты первый, кто угрожает мне и моей семье? Мэтью МакКонахи. Мариса Томей. Райан Филипп. Уильям Мейси. Джон Легуизамо. Джош Лукас. Брайан Крэнстон. Майкл Пенья. Я пытаюсь все уладить! Давай! Линкольн для адвоката. Печально известный Хэнк Палмер. Каленый адвокат, презирающий закон. Эй! Я промахнулся? Каково это знать, что каждый твой подзащитный виновен? Терпимо. Невиновным я не по карману. Встать, суд идет! Слово предоставляется адвокату. Моя мама умерла утром. Это первый раз у тебя мама умирает? Или каждый раз, когда проигрываешь? Первый. Дедушка Палмер тоже умер? Нет, дедушка Палмер умер для меня. Это выражение такое. Как все запутано. Мне стоит поехать с тобой. Поверь, никто не хочет ехать в Харлове. В Индиану. Ё-моё, начинается. Мы терпеть друг друга не можем. Генри? Ваша честь? Да. Энн, спасибо, что приехал. Уверен, твоя мать была бы рада. Хэнк Палмер. Хэнк, шериф Уайт по поводу вашего отца. Самая большая твоя ошибка, и ты просто проскочил? Мы нашли следы крови на его машине. Я заседал в этом зале 42 года. Это был несчастный случай. Мы должны выстроить четкую линию защиты. Никаких мы! Какой же ты все-таки... Я не могу остаться. Ты адвокат, он твой отец. Уйдешь сейчас, будешь жалеть. А яблочко-то червивое, мистер Палмер. Я предъявлю вашему отцу убийство первой степени, и у вас будет место в первом ряду. Мой отец та еще сволочь, но он не убийца. Я помню, как ты играл со мной. Но мало. Почему? Был ли я строг? Да. Я делал то, что считал правильным. По моему опыту, Хэнк, иногда нужно простить, чтобы быть прощенным. Действительно конец. Нет, не конец. Молодому адвокату представляется уникальный шанс. Милтон Чедвик Уотерс, мы приглашаем вас в Нью-Йорк. Билеты первого класса, размещение, все за наш счет. Для вас и вашей супруги. Боже ты мой.
Он окажется в обители богатства и амбиций. У нас уже 40 партнеров-инвесторов. А кроме того, мы обслуживаем корпоративных клиентов из 25 стран. Он выделил вам 15 минут. Не тратьте их зря. Джон Милтон. Кевин Ломакс. Каково это? Сегодня спас от тюрьмы и завтра упрятал в нее. Сначала нужно привыкнуть. Зато платят хорошо, да? Добро пожаловать в Вавилон, ма. Помянешь дьявола, и вот он. Мир власти и соблазны. Кто это там с сенатором? Управляемый одним человеком. Кажется, он нас слышит. И, по-моему, даже чует. Он может осуществить любую мечту. Поднимешься наверх? Да нет. Исполнить любое желание. Я лишь пользуюсь твоим талантом. Знаешь, что я вижу? Я вижу будущее этой компании. Он знает ваши тайные страхи. Милтон занимается всем подряд. Поставками оружия, токсичными отходами, отмывает бабки для Восточного Блока. Мне здесь не нравится, Кевин. И знает цену вашей души. Давай сделаем ребенка. Да кто же вы? О, у меня столько имен. Я рыл эту землю еще с самого начала времен. А Бог только смотрит издалека на свое заброшенное поместье. Киану Ривз. Зоуи была там. Теперь я знаю. Аль Пачино. Пока Бог там дрыхнет, мы победим. Пришло мое время. Адвокат дьявола. I figure there's a lot of people out there tired of all the raping, killing. They'd be sympathetic to a man who took the law in his own hand. Even if he is black. Our society cannot condone men who take the law into their own hands, no matter what the circumstance. How do you wish to plead? Not guilty, Your Honor. Yeah, you sure you want to be known as the man that defended that murderer? Why toss away a promising career? I'd really like to help you with the trial. You ever seen a man executed? What I suggest you do is you go watch a man be executed. You watch him die. You watch him beg. I don't like your politics, but you do have passion, and that's something Carl Lee needs right now, and maybe so do I. If you was on that jury, what would it take to set me free? You sat me down, and you said to me, what I can offer you is a chance to save the world one case at a time. He's taking justice out of your hands and put it in his own. You tell them boys we need some Klan down here in camp. We've been getting calls at home, threats. Your marriage is on the rocks. You're about to have an affair. Lately, you've become much more interested in getting your face on the news than what's going on with your own family. Don't let those bastards grind you down. I set out to prove a black man could receive a fair trial. That's not the truth. So until that day, we have a duty to seek the truth, not with our mind, but with our hearts. Do you think he was crazy when he did it? No, he wasn't crazy. When I saw that blood, I got so scared because I thought that was you. Drop the case. I quit now and all this for nothing. No. You waged all our lives on this. You think the jury should convict Carl Lee Haley? Objection! Turn him loose! Do you think they deserve to die, Mr. Your Haley? Honor. Answer the question! Carly, did they deserve to question. Die? Yes, they deserve to die, and I hope they burn in hell! Ну ничего, мой отец говорил, суд присяжных заключается не столько в законе, сколько в присвоении вины. Сантьяго мертв. Присяжные обязательно будут настаивать на том, чтобы в этом кого-нибудь обвинить. Рос говорит, это мои клиенты. Мы говорим, это Кендрик. Это дело будет выиграно не законом, а законниками. Поэтому нейтральные лица, если что-нибудь пойдет не так, не ерзайте, не начинайте писать с опущенными лицами, делайте вид, будто вы знали все, что произойдет. Документы передавайте быстро, но не делайте возбужденное лицо. Возбужденное лицо. И не пользуйтесь этими духами, они меня отвлекают. Правда? Так говорит Сэм. Который час? Пора по домам, надо выспаться. Ты прав. Ты меня подбросишь? Конечно.
Ты хороший парень, Чарли Браун. Увидимся в суде, адвокат. Спокойной ночи. Дэнни. Я знаю, что ты хочешь сказать мне. Мы разошлись во мнениях, наговорили друг другу всяческих глупостей. Но ты счастлива, что я не оставил дела. И если ты стала меня уважать за последние 3 недели, мне это, конечно, приятно.